Як ви поясните досить таку велику результативність, враховуючи вчорашній ігровий день і сьогоднішній ігровий день? Bueno. У «Динамо» 2004 год, это дивизион, состоит из очень хороших игроков, поэтому можно достигать больших целей. Se pueden lograr buenos resultados. В вчорашньому матчі, да, 5-1 і сьогодні 6-0. Це тактична особливість. Un poco es Да, конечно, мы хотим, требуем от команды, чтобы они работали интенсивно, чтобы они работали также и агрессивно, в свою очередь. Неважно, какой результат, например, на матче, да, неважно, с каким соперником мы встречаемся, «Динамо» Киев всегда должно играть первым номером. И ребята это поняли. Ще ми звернули увагу на флангові атаки. Чи, скажімо так, це може стати своєрідною фішкою цієї команди? Sí, a mí me gusta esa forma de jugar. Мне нравится такой способ атак, через проводить атаки через фланги, но мы также, у нас есть варианты еще атаковать через середину поля, так и через края. У нас есть для этого игроки. И я, в принципе, был доволен работой, да, как выкладывалась моя команда. «Динамо» Киев – это такая команда, которая должна быть всегда главным, да, занимать главную роль, и это то, над чем мы работаем, и мы ждем этого, от этой команды. Те, что забывают игроки разного амплуа, это те, як би можна сказати, награвання останнього періоду в цій команді? Sí, bueno, vengo de Argentina y en Argentina. Я приїхав з Аргентини, і там как бы в Аргентині прививається так, щоб ігроки вміли работать на різних позиціях, і ми это вместе с моим тренерским штабом Юрием и Виктором стараемся это привить нашим игрокам поліфункціональність. Особливої уваги заслуговує Антон Саренко, капітан, який також має результативність. От, але всі чекають, що він трохи підросте. Чи має значення для футболіста зріст? Él es del molde de Andrés Iniesta, de Xavi, de Diego Maradona. Ну, Антон, он такого профиля, как Марадона, как Шави, как Месси. И мы надеемся, как Иниеста, да, и мы рассчитываем на то, что он будет созревать как игрок, да. И сейчас он уже достаточно хороший игрок. Поэтому, то есть, рост это не означает то, что если он будет выше, что он станет лучше как игрок. Я работал с Рамоном Катала в Японии, и он меня пригласил сюда, в «Динамо» Киев, как будучи координатором здесь в Академии, чтобы я занимался тренерской деятельностью. На самом деле я здесь очень доволен, мне здесь очень хорошо, и уже скоро вот семья моя уже приедет. Сейчас мы здесь в Киеве, и мне Киев очень-очень нравится.